вот уже четвертый год на ежегодный открытый фестиваль-конкурс, который называется «Победа», нам давалось нелегко. В Афряновский дом культуры приезжают солисты и творческие коллективы из многих муниципалитетов Московской области. Тема фестиваля – военно-патриотическая. Он посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Туман вместе с дымом последнего боя, туман над травой, что растет под тобою. За окном красота новолунья, шепчется звуком плакучивым. В момент своего создания этот фестиваль-конкурс собирал певцов и танцевальные коллективы только из поселка Фряново, но с каждым годом он становился все более популярен и развернулся уже до масштабов Московской области. На этот раз в нем приняли участие более 500 певцов и танцоров из 20 муниципалитетов. В этом году мы празднуем 77-ю годовщину, и накануне как раз такого великого праздника Победы, 9 мая, у нас как раз и проходит этот конкурс. И идея просто зарождения этого конкурса, ну, мы решили, что все-таки нужно поддерживать и далее, да, наше отечество, нашу историю, что мы должны все знать и чтить наших ветеранов и кто подарил нам мирное небо. На фестиваль приехали показать свое вокальное и танцевальное искусство исполнители от 8 лет и заканчивая людьми пенсионного возраста. Причем для многих из них участие именно в этом конкурсе уже добрая традиция. Солист коллектива «Элегия» Щелковского центрального дворца культуры Игорь Зайцев, учитель по профессии, пением стал заниматься после 60 лет. В 2004 году, когда мне было 62 года. И все время участвую в конкурсах самых различных, которые в районе проходят. Бывали и первые места, и вторые, и третьи. То есть призером всегда был конкурсом, лауреатом. Всегда участвовал и участвую. И думаю, еще надо участвовать подальше. Наш коллектив уже существует 18 лет, и мы каждый год принимаем участие не только в этом конкурсе, но и также в других конкурсах. Мы являемся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Наш коллектив, он многочисленный. У нас ходят детки от 5 до 17 лет. Военно-патриотический фестиваль «Победа» нам давалось нелегко, стал для фряновских зрителей важным событием культурной жизни. Праздник получился душевным и запоминающимся. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.